Добрый вечер, с вами Наталья. Сегодня я хочу показать свои неприхотливые растения, которые стоят у меня на южном подоконнике. Ну, начнем. Там вдали стоит у меня эхинопсис. Это у нас Бразилия пунция. Вот такая она высокая. Так она сильно вытянулась. Она была раньше компактненькая. Ну, вот так ей нравится, она так хочет. Я ее периодически переставляю в другое место, перемещаю на подоконники. И вот такие у нее листики. Ну, а это у нас пеларгошка. Вот такая пеларгошка. Я провернула ее, чтобы было видно. Вот тут у нас она собирается цвести скоро. Заложила, вот она. Цветочки у нее скоро появятся. Вот такая она. Я ее обрезала несколько раз, брала черенки. Стояла она сначала на восточном окне. Теперь она стоит здесь. Есть ей намного лучше. Пока не жарко, пока не лето. Я поставила ее сюда, потому что если лето, могут обжигаться листики, менять свой цвет. Вот такая пеларгоша. Ну а дальше у меня две стоят радисканцы. Они немножко разные. Это Рео традисканцы. Такие пышные кустики большие. Она сильно разрослась. Не мешало бы ее обрезать. Но мало места. Все-таки рассада занимает какую-то часть на подоконниках. И вот еще вот такая вот розовенькие полосочки. Растишка Рео. С розовыми такими вкраплениями, белыми, зелененькими. Такая красивая, тоже пышная, тоже не мешало бы подвергнуть обрезке это растение. Я уж было хотела сегодня отдельно показать, как я за ней ухаживаю, обрезаю вот сейчас. Но так я подумала, что все-таки ставить мне будет некуда. Это в одном вазоне стоит 4 гипиаструма. Эти луковички еще не цвели. Эти гипиаструмы были посажены из собственных семян. Вот тут у нас 4 луковицы. Вот так они выглядят. Ну а дальше фиалочка. Здесь ей хорошо, света ей достаточно, поэтому у нее здесь более яркие стали цветочки, потому что она стояла в другом углу подоконника. Вот ярко-розовые такие красивые. Там притаился, там я посеяла семена перца. Что-то они туго всходят. А так как места мало, я поставила вот сюда. У меня растет здесь денежное дерево. Я показывала, как я верхушку прищепила. Но все-таки она пошла вверх. Там боковые пошли побеги. И тут молочай у нас притаился беложилковый. Там плохо видно. Ну, а это молочай Гранта. Сейчас сначала покажу его высоту. Он еще больше вытянулся. Но прошли по всему растению. Вот разветвление я показывала. Только начали. Сейчас веточки по бокам с двух сторон достаточно большие. Вот по низу веточки пошли достаточно большие. Тут ему очень хорошо. И наш спасенный хлорофиту. Так он разветвлился. Так ему здесь тоже комфортно. Уже листики не подсыхают. Отключили отопление. Поэтому здесь прекрасно растением сейчас. Эта комната, я же говорю, на юг она выходит. Здесь достаточно всегда жарко. Ну, вот такие вот растения. Практически все очень неприхотливые. Им здесь комфортно и уютно. Пока нет ярких, солнечных, палящих летних лучей, здесь эти растения чувствуют себя прекрасно. Вот такие растишки у меня растут на южном подоконнике. Некоторые цветут, а некоторые только собираются. Ну что ж, дорогие мои друзья, буду я с вами прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.